Позавчера прошел дождь, а вчера нам удалось поехать по грибы. На своем сайте еда-народов.ру я уже изложил рецепт засолки груздей. Но сегодня я хочу показать, как надо чистить грузди. Грузди, во-первых, я тщательно очищаю от земли, от хвои, от травы, которая, возможно, может находиться на груздях. Бывает, на грузде находится червяк, и тогда надо вычистить это место, и хорошо, здесь будет такая лунка, когда червяк начинает есть, то образуется лунка. Надо все вычистить, чтобы засолка, чтобы в процессе засолки не было никакого побочного эффекта, вроде плесени или каких других. Я еще предпочитаю очищать слой, коричневый слой, зачищать немного. И получаются вот такие красавцы. Когда они очищаются, чистые, после того, как они отмокнут в воде, естественно, я буду менять ее 24 часа и несколько часов. Первый раз я держал сутки и 7 часов. Замочка длилась. В этот раз будет примерно что-то около этого. Смена воды в прошлый раз была сделана около 10, может даже 10. В этот раз, я думаю, 5 смен будет достаточно. Рад буду видеть вас у себя на сайте еда-народов.ру. Заходите, узнавайте рецепты, готовьте вкусное блюдо.